Друзья, всем привет! Подготовил прогноз на сегодня. Опять чуть-чуть с опозданием. Надо было такие прогнозы надо за день, за два закидывать. Работа на воле, двое суток не спал, бляха-муха. В общем, на отборочные матчи чемпионата мира Южная Америка. Начнем с первого. Будет играть Венесуэла, Боливия. Тут я ничего не стал брать, кроме как на карточке. И то мне не понравилась ихняя подача. Тут на карточке только общая статистика, то есть карточки и красные, и желтые, все вместе. Карточек я хотел здесь поставить, когда анализировал, здесь поставить больше 4. Но они дают только вот такие ультиматум. Только либо так, типа от 0 до 3, от 4 до 6, либо больше 7. Больше чем уверен, уже зарядил на тотал карточек больше 6. Это будет моя первая ставка. Я здесь опасаюсь того, то, что обе команды полюбители раздавать карточки. Ну вот, я так и подрасчитал, ну ладно, возьму на них по максимуму, там 3 на 3. Ну вот, я бы поставил бы вообще просто больше 4. Ну, раз они мне дают, дают только такие варианты, я поставил на тотал карточек, ну, промежуток между от 4 до 6. То есть, если меньше 4 забили, ставка проиграла, если больше 6 забили, ставка проиграла. Ну, это ясно. В общем, все, с Венесуэлой и Боливией я больше ничего не брал, они мне нахрен не нужны. Друзья, подписывайтесь на канал, поставьте классы, комменты, колокольчик обязательно. Потому что я, бывает, очень поздно выкладываю свои прогнозы, и не все успевают их посмотреть. А так, чтобы приходило оповещение. Так, ну, следующий мой прогноз пойдет, там будет два исхода у меня. Это на Колумбия-Перу. Да, два дня застой. Неделя нормально началась, и два дня застой. На месте все стоит по ставкам. Как бы ни туда, ни сюда. Чуть-чуть даже получается. Я каждый раз делаю, на каждую ставку я делаю одну и ту же сумму. Вот у меня за неделю я на каждую ставку делаю одну и ту же сумму. На каждую. И потом я подсчитываю, что у меня получается через неделю. Если я выиграл там, я не повышаю на следующий день свою ставку. Я рассчитываю так. Изначально неделю взял. Вот, на 7 дней. Неважно, сколько будет ставок. Вот у меня есть определенная ставка. Я знаю, даже сегодня, если у меня там, ну вот вообще просто, к примеру, сегодня у меня, например, проиграло, да? Все ставки нахрен. Там 4 ставки было. На следующий день я опять ставлю. Ну, вдруг опять там, да? Ну, такого не бывало еще, но... Ну, вдруг. Вот там капец. Ну, в смысле, 4 прям. Хренакс. Это получается 8 моих ставок проиграло. На следующий день я также делаю. Я играю по такой стратегии. И в итоге, неважно, что бы там было, я подсчитаю свой банк, что у меня было и что у меня есть. То есть в конце, то есть на 8-й день. Подсчитываю банк, и в принципе он меня устраивает. Так, ну в общем, перехожу ко второй ставке. Будет Колумбия-Перу играть. Здесь я взял два исхода, но угловые больше 9. С половиной. Да, так пожестче. Здесь, думаю, будет до хрена угловых. По аналитике будет, ну, как я посчитал, будет до хрена. Ну, там будет видно. В общем, моя вторая ставка — это Колумбия-Перу. Угловых больше 9,5. И третья моя ставка — это на тотал первого тайма. Тотал первого тайма больше 0,5. Ну, я думаю, один гол способны на них забить. И, ну, в смысле, не то, что способны, а должны забить. Обязаны забить. Ну, я буду удивлен, если этот прогноз не сыграет. Вот вчера он не зашел. Вот. Зато они, блядь, вот как назло. Это так всегда. Это как только начало второго тайма, блядь, они сразу же гол забили. Сразу же, тут же. Ну, вот такая вот херня.
Ну, в общем, вчера обжегся, ну, вот попал, бывает такое, есть процент. 10% ставки всегда есть проигрышные в любой. Так что, ну, вот вчера попал. Ну, думаю, здесь уже забьют. Если и здесь не забьют, ну, я тогда себе, я не знаю, головой об стену ударюсь. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Ну, вот, услышали, да, меня? Я каждый раз делаю одну и ту же ставку. Ну, сумму ставки я делаю одну и ту же. Я никого ни к чему не призываю. Я просто показываю вам, делюсь с вами своим опытом, своими прогнозами, как я делаю ставки. Друзья, еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии пишите, вопросы, отвечу всем. И обязательно еще и колокольчик нажмите себе, чтобы мои оповещения, когда мои видео выходят, вам приходили оповещения. Ну все, ждем матчей. Всем доброго, ребят, всем пока. А я еще пару часов посижу, поработаю и буду спать до утра. Все, всем пока.